Слава Украине! Привет всем от Полонского! Итак, друзья мои, расисты, которые проживают в Латвии, но не получали латвийского гражданства, не пытались пройти проверку на получение статуса постоянного жителя в Евросоюзе, не сдавали экзамен. Короче говоря, знаете, вот такая вот расистская, чисто расистские существа, которые там находятся, в Латвии живут своей жизнью, с Путиным в голове, у них, значит, Путин там перед унитазом, в туалете, сами же понимаете, иконка, можно, кажется, делать свои дела, облегчиться, так сказать, и на Путина помолиться. Вот такая вот публика будет выставлена домой к себе в скрепную Россиюшку. Самое интересное, я вообще не понимаю, ну зачем вы живете в Латвии, которую вы искренне ненавидите? Вы ненавидите Европу. Вы ненавидите латышей, там, ненавидите все, что с этим связано, вы не учите латышский язык или латвийский, как правильно, поправьте меня. Не хотите этого всего не слышать, не видеть, но при этом вы в скрепную к себе назад не возвращаетесь. А что такое, я не понимаю. Да, так вот, таких вот товарищей порядка 6 тысяч штук, порядка 6 тысяч. Которые не хотят учить язык, не хотят ничего. Ну да, ну ж понимаете, тут же еще один момент, когда ты сдаешь экзамен, ты там, кроме, я так понимаю, латышского языка, должен бы еще заявить, что ты не воспринимаешь политику Путина агрессивную, ты противостоишь, ты против нападения фашистской России на Украину и так далее. Вот эти вот все вещи, от которых, знаете, у правоверного путераста язык отломается раньше, чем он такое скажет. Ну вот, таких 6 тысяч. Но им в сентябре будет направлено письмецо такого характера, что до свидания. До свидания, все туда. Вы хотели жить как на России? Зачем жить как на России? Лучше жить на России, ведь это же гораздо удобнее. Зачем мучиться, зачем в этой Латвии портить себе жизнь, портить жизнь свою собственную и людей вокруг? Зачем вообще жить в стране, которую ты искренне ненавидишь? Ну, я вот, это до меня, например, не доходит. Поэтому, с моей точки зрения, абсолютно оправдано решение правительства Латвии о том, что эти вот все любители Путина получают в сентябре письмо с требованием покинуть Латвию в течение 3 месяцев. Да, будьте здоровы. В противном случае они будут оштрафованы, но все равно их всех выдавят, вы же прекрасно понимаете. Они там находятся незаконно, они там находятся, не имея вида на жительство. Я вообще не понимаю, на каких основаниях они там находятся. Но это, как говорится, прерогатива эти вещи понимать латвийского правительства. Мы просто со стороны смотрим и поражаемся, да, вот бычьей наглости путерастов. Сидеть в стране, которую ты ненавидишь, пытаться ее ломать под себя при этом, а рядом родная Россиюшка, рядом там Псковская область, Новгородская область, едьте туда, там же хорошо, там деревни хорошие. Купите дом в деревне и живите, наслаждайтесь запахом навоза по утрам.